И последнее. У новосибирцев появился интересный повод посещать парки и скверы чаще. В зеленых зонах города в этом году небывалое количество белок. Жители отмечают, что столько рыжих грызунов видят впервые. Встречают их не только в зоопарке и в Академгородке, но и в Нарымском сквере, Центральном парке и в Березовой роще. Причем излюбленными местами встречи с человеком остаются аллеи, где есть кормушки. Белки охотно идут на контакт. Зверьков приманивают не только зерные крупы. Из-за всеобщей любви грызуны постоянно лакомятся орехами и даже успевают объедать птиц. Некоторые вообще не боятся человека и спокойно едят из рук. А то, что не съедают, белки инстинктивно закапывают в землю или прячут на деревьях. Такой резерв поможет зимой, особенно если учесть, что численность грызунов выросла. Возможно, популяция городских белок успешно сохранится. Утром на каждом дереве можно увидеть сразу несколько зверьков. Ну а тем, кто хочет покормить белок, важно приносить с собой правильные лакомства. Едят они все, конечно, мы грецкие, кедровые и фундук. Нельзя им миндаль, нельзя им мучное, нельзя им сладкое. Они вот очень любят фундук. Они его берут и прячут. Потом, может быть, она не найдет то, что она спрятала, но другая по нюху найдет. У них очень хороший нюх. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!